Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео мы посмотрим цену на сетевой шуруповерт Вихрь 220 вольт 550 ватт из Китая в Алиэкспресс. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 8 февраля 2019 года. И снова таки вот это только для Российской Федерации и отправка из Российской Федерации. Цена такого гаджета, в рублях 1600 рублей, плюс доставка 226 рублей 32 копейки и общая стоимость 1826 рублей 32 копейки. Это только для России. Ну, я уже говорил свое отношение, да, удобно работать аккумуляторным шуруповертом. И сейчас их множество. Когда-то работал я по монтажу гипсокартона, пользовались наподобие такого, только бошевским. Также удобная вещь, тем более ты много саморезов этих крутишь за рабочий день, и то есть аккумуляторный на там заряжать, а этот всегда готов и всегда можно работать, но если есть, конечно, электропитание. Итак, вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.